Я прошла очень глубокий антикоррупционный аудит, потому что, когда мир начал меня защищать, в эту минуту Януковичу вместе со всем его окружением нужно было предъявить миру хотя бы одну реально доказанную копейку коррупции в то время, когда я работала премьер-министром. Тогда ему сказали, что если он предъявит хотя бы одну гривну коррупции, мир отступит и не будет защищать тех, кто нарушал закон. Они 2,5 года искали, они перебрали каждый документ, каждую мою подпись, каждую трату из бюджета. Они практически проанализировали всю мою жизнь поминутно, когда я была 2 раза премьер-министром. И для меня, с одной стороны, это было очень трудное время. Но с другой стороны, это большой комплимент мне и хорошая оценка моей работы как премьер-министра. Потому что они не смогли предъявить миру ни одной копейки коррупции.